Сотрудники МЧС предупреждают, сжигать сухую траву опасно для жизни и здоровья. Пламя легко выходит из-под контроля, начинают гореть дома, сараи, линии электропередач. Кроме того, дым тоже очень опасен для человека. В Магаданской области действует противопожарный режим, поэтому за нарушение правил предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Также нельзя сжигать мусор. Уважаемые жители города Магадана и Магаданской области, Главное управление МЧС России по Магаданской области информирует вас, что уже сейчас на территории Магаданской области зарегистрировано более 25 природных пожаров. Также продолжаются пожары, причины которых являются неосторожное обращение граждан с огнем, разведение костров, уборка садовых участков и дачных участков, после чего граждане собирают весь этот мусор и начинают сжигать. Зачастую это приводит пагубным последствиям. Выгорают дома, строения не только самих жителей, которые производят уборку таким образом, но и подвергают жизни и здоровье граждан соседних участков. Сгорают соседние дома и постройки. Работники МЧС убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. На дачной территории нужно поставить емкости с водой и огнетушители, чтобы в случае стихийного возгорания можно было быстро его потушить, говорят они. Также при пожаре можно позвонить по телефонам пожарных и спасателей 101 и 01.